Японская сеть Бикри Донки – это семейный гамбургер-стейк-ресторан. Изначально это был прототип Макдональдса, но позднее приобрел масштабную популярность среди японцев своей кухней и необычной постройкой. Все здания ресторанов Бикри Донки с 1983 года строятся из твердых бытовых отходов в стиле деконструктивизма, иначе говоря, просто из груды мусора в хаотичном стиле, что придает особый шарм дизайну и привлекает все больше посетителей. Для завлекухи было придумано огромное деревянное меню и особый интерьер с антикварными безделушками в виде необычных светильничков, часов, радио, горшочков для цветов и так далее. В общем, когда кому-то когда-то что-то хотелось выкинуть, японцы не дали сгнить этим вещам на помойке, предоставив им второй шанс. Меню сначала было одинаковое, но затем постепенно шеф-повара перешли на сезонные и стали изощряться в офигенно вкусных десертах, успешно варьируя фруктами. Самый писк – это, конечно же, наинежнейшее мясо в виде стейков или обычных гамбургер-котлет, которые можно заказывать на вес от 150 до 300 грамм, выбрав при этом какой-то отдельный соус-приправу, который самолично изготавливает ресторан. Для детей разработано особое меню с меньшим выходом и особыми подарками, входящими в заказы, которые ты можешь персонально получить при расчете на кассе.